Хей-йоу! Как ты думаешь, почему я прямо сейчас в твоем экране? А для того, чтобы поразить тебя самым ожидаемым событием этой студвесны — гала-концертом Политеха! Устраивай все поудобнее, а я погружу тебя в эту прекрасную атмосферу. Погнали! Ради этого концерта чем вы пожертвовали? Хорошая подготовка к тесту. Но я не сдамся и сдам его. Правильно, потому что Политех никогда не сдается. Рекомендуем. Кого ты сегодня поддерживаешь? Абсолютно всех. То есть ты не хочешь выделять свой главный коллектив? А что, они сами выделятся и так. Как научиться танцевать? Каждый человек умеет танцевать, так же, как и петь. Самое главное от души делать, от сердца. Как говорится, у самурая нет пути, у самурая есть цель. Кто вы в сегодняшнем концерте? Я профессор Воробьянин. Иса Воробьянинов. И что вы будете сегодня нам показывать? Свою актерскую игру. Больше нравится красить глаза или губы? Когда красят глаза. Они сразу просто из орбиты вылетают. Сильно ли пандемия сказалась на наших концертах? На самом деле она сказалась, но концерты от этого стали намного ярче. Почему люди любят больше юмористические концерты? Если я пришел в театр как зритель, то я морально готов там где-то пострадать. Там... А на концерт я прихожу, я хочу какой-то кусок позитива получить. Чуточку догадывались, что вы победители? Кто угодно, только не мы, но мы всегда знали, что мы выиграем. Много ли ссор и проблем было в ходе подготовок? Ни одного плохого слова не было сказано. Всех люблю. Как попасть в гала-концерт? Правильно держать микрофон, во-первых. Быть талантливым, смешным, ярким, задорным, приходить на репетиции, не менять весну на работу. Можно победить с веселой песней. Вот такие веселые композиции, быстрые, они зажигают. Еще если это точное вокальное попадание в стиль, тогда это вообще бомба. Это, конечно же, РСВ и все на свете. После такого концерта сложно что-то говорить, но я найду слова в любой ситуации. Это был определенно лучший и завершающий концерт этого сезона. Какой номер понравился тебе? Пиши в комментариях. До скорого!